Коллеги, тема этого видео ⁇ экономическая безопасность при выборе стратегии. Как мы помним, у нас есть четыре способа заработка на торгах. Способ первый ⁇ перепродажа. Выкупаем лот дешевле рыночный и перепродаем его по рыночной стоимости. Способ второй ⁇ я называю его ⁇ Много клиентов ⁇ Что это значит? Много клиентов ⁇ это когда вы за небольшую сумму подаете заявку на участие в торгах для всех желающих. Способ третий ⁇ инвестор под ключ. Когда у вас есть один клиент на одни торги, и ваша услуга состоит в том, чтобы эти торги выиграть. Этот способ позволяет получить максимальную комиссию. Способ четвертый ⁇ субаренда. Здесь вы ничего не выкупаете, а берете помещение в аренду у государства по цене ниже рыночной. Затем сдаете его в субаренду, разница и составляет ваш заработок. Теперь поговорим подробно о каждом из этих способов. Коллеги, когда нам интересно работать по стратегии перепродажа? Во-первых, прибыль от перепродажи ощутимо выше, чем агентская комиссия при выкупе данного лота для инвестора. Во-вторых, у вас должны быть собственные средства на выкуп данного лота. В-третьих, вы должны быть абсолютно уверены, что сможете его продать. Здесь важно очень тщательно изучить спрос. Когда лот требует дополнительных вложений, например, ремонта, необходимо оценить вложение до участия в торгах. При необходимости привлекаем специалиста. Пятое. Если планируем перепродажу, добавляем к себе стоимости лота стоимость предстоящего ремонта и предпродажной подготовки. Шестое. Юридический статус лота должен быть абсолютно понятен для вас. Сможете ли вы использовать его, как планируете? Коллеги, здесь важно понимать, что при работе по стратегии все юридические и экономические риски вы принимаете на себя. Переходим ко второму способу. Он называется «Инвестор под ключ». Здесь ваша задача – передать лот инвестору, то есть выиграть торги и полностью помочь инвестору переоформить лот на себя. Ремонт и так далее полностью ложится на плечи инвестора. Важные моменты для этого способа. Во-первых, коллеги, комиссию мы определяем заранее. Во-вторых, комиссию всегда определяет сам брокер. Вы сами решаете, что ваша комиссия за этот лот будет такой-то. И вы заранее озвучиваете эти условия инвестору. Также важно проговорить с инвестором возможность непредвиденных расходов в размере 2-3% от стоимости лота. Комиссию и непредвиденные расходы мы учитываем и озвучиваем инвестору заранее в переговорах. Далее, коллеги, самое важное, обязательно подписываем договор с инвестором и берем несгораемую предоплату 5-10 тысяч рублей. Следующий способ – способ много клиентов. Когда стоит выбрать именно этот способ? Во-первых, когда вы только начинаете работать с торгами и у вас мало опыта. Во-вторых, когда у вас нет инвестора, который готов с вами работать под ключ. Что важно учесть, работая таким способом? Во-первых, этот способ работает только в торгах оффлайн, поскольку при онлайн-торгах вы подписываете заявку электронно-цифровой подписью, а это значит, что вы не сможете подать несколько заявок. Второе. За услугу по подаче заявки мы берем фиксированную адекватную стоимость. Чаще всего она составляет 5000 рублей, но важно учитывать, что это зависит от региона. Третье. Не скрываем, что будем подавать заявку на участие для всех желающих. Четвертое. Обязательно обозначаем границу своей услуги. Мы только подаем заявку на участие. Далее инвестор действует самостоятельно. Услуга считается оказанной, если ваш клиент признан участником торгов и его заявка принята. В этом случае мы обязательно берем стопроцентную предоплату. И последний способ заработка, коллеги, это субаренда. Что важно здесь? Первое. У вас должны быть собственные средства на аренду данного лота. Второе. Вы абсолютно уверены, что сможете пересдать его в субаренду. Для этого нужно изучить сначала внимательно спрос. Третье. Когда лот требует дополнительных вложений, например, ремонта, необходимо оценить вложение до участия в торгах. При необходимости привлекаем специалиста. Четвертое. При определении вложений в ремонт важно учитывать срок аренды. Чтобы не получилось так, что вы сделали дорогостоящий ремонт в помещении, которое взяли в аренду на 11 месяцев, и ваш ремонт не окупился. Далее, коллеги, очень важный момент всегда проверяйте в аукционной документации, разрешена ли субаренда. И последнее. Обязательно учитывайте дополнительные вопросы и требования ваших арендаторов. Во время тестирования спроса обязательно выясняйте заранее о том, о чем они вас спрашивают. Например, сколько на объекте электричества, есть ли охранное обязательство, есть ли второй вход. Коллеги, стратегически важно понимать о том, что мы стремимся выкупить лот как можно дешевле. Но, будучи реалистами, мы не рассчитываем на то, что цена будет фантастически низкой. Хороший результат цена, цена на 25-30% ниже рыночной. Дисконду больше 30% ⁇ это уже отличный результат. Если вы выкупаете лот на себя, то вам достаточно взять лот дешевле рынка на 15-20%. Вы быстро реализуете его, если поставите цену на 5% самой низкой цены на рынке. Эта разница и будет составлять вашу прибыль. Если вы выкупаете лот для инвестора под ключ, важно уточнить, для себя он хочет купить или для перепродажи. Если инвестор выкупает для себя, то ему он интересен этот лот на 15-20% дешевле рыночной стоимости, плюс ваша комиссия. Если инвестор выкупает лот для перепродажи, то ему нужен больше дисконт 25% и более, плюс ваша комиссия. Коллеги, теперь поговорим о том, как мы определяем свою комиссию. Если инвестор выкупает лот для себя, то у него и у нас меньше экономических рисков. Соответственно, инвестор больше готов двигаться по цене, следовательно, наши шансы выиграть торги максимальны. Комиссию в этом случае мы берем меньше. Если инвестор выкупает лот для перепродажи, то у него и у нас возникает больший экономический риск не перепродать объект ему нужна максимально низкая цена. Чем ниже цена, по которой мы собираемся выкупить этот лот, тем меньше у нас шансов выиграть данные торги. И это уже наш экономический риск. Поэтому комиссию мы берем больше. Коллеги, теперь поговорим о том, какая в принципе бывает комиссия брокера при работе с инвестором под ключ. За выкуп недвижимости в городах-миллионников средняя комиссия брокера составляет 100 тысяч рублей. В маленьких городах это будет приблизительно 50 тысяч рублей. Несгораемая сумма в этом случае будет около 10 тысяч рублей.